Здравствуйте, компания Сартек Херсон представляет телефон GU-G3S. Чем отличается GU-G3S и G3? Ну, первое отличие принципиальное – это процессор. В старом телефоне G3 был процессор 77, здесь процессор 89. Кроме того, визуально есть отличия по упаковке. Если вы помните, упаковка была пластмассовая в прошлых, теперь она такая же, как на GU-G4. В комплекте идет зарядное устройство, кабель, то есть больше ничего, как обычно в GU. Ну, почему такая упаковка, мы понимаем и знаем, так как GU-G4 имеет ту же начинку, что и данный аппарат. Он имеет столько же оперативы, тот же дисплей. Ну, грубо говоря, GU-G3S и GU-G4 это один и тот же телефон, исполненный в разных корпусах. Что хочется отметить, телефон стал более живой, используется стекло, то же самое, что на G3, стекло Gorilla Glass. Камера заявленная, как и была, 8 мегапикселей, ничего нового здесь не было установлено. Посмотрим, как называется этот телефон прошивки. Данный телефон называется просто GU-G3. То есть просто G3 телефон, правда уже используется Android 4.2.1 Jelly Bean. Вот он нас пустил в систему паролей, установок и так далее. GPU, всякие возможности. Версия ядра прошивки 2013 года 7 июня. То есть очень свежий телефон. Хотя модель еще до сих пор так и называется G3. То есть что такое GU-G3S? GU-G3S это G3 с новым процессором и с новой прошивкой. Ничего нового в этом телефоне нет. Спасибо.